не в буквальном смысле. Я про кровь, что роднит нас друг с другом. Наша семья. Ты миролюбивый, рассудительный. А мы нет. Красный плащ. Он дикий ведь. Я уверена, что он там. В самых дебрях. Это же чушь. Байка, чтобы детей пугать. Зачем он нам тут? Нам здесь нельзя никому доверять. А вдруг он красный плащ? А у людей кровь пьешь? Поделишься. Что случилось? Рейнольдс заслужил смерть. Этот город прямо как паутина. Все жизни здесь переплетены. Выходи! Ты красный плащ? А что нам досталось? Только лишь страх! Нас будто травят! Заражают! Поэтому мама и помешалась на всей этой ахинеи про красного плаща! Но это ахинея! Выходи!